депутат по округу. Да, он наш депутат по округу. В данном случае никак. Да, и мы к нему обратились уже второй раз с просьбой, чтобы он оказал нам помощь в борьбе за монополиста Николай Вас. Потому что они настоятельно хотят установить нам общедомовые счетчики. Что там оплата будет, в общем, нечестная, вы все об этом знаете хорошо. Да, и он, в общем, начал говорить нам, что это, мол, незаконно, вот по закону вам могут установить любой счетчик. Или нет, по закону, согласно закону о коммерческом обеспечении газа, все там написано, что должны установить квартиры и в частные дома. У нас, говорю, дом многоквартирный, у нас не частный дом. И у нас там в законе еще, что обеспечивается споживач. А споживач это дом не является, споживач это мы, люди. Все. А он говорит, нет, вот они выпустили свой кодекс, газовая контора, и там, согласно этому кодексу, они могут установить. Я говорю, там написано, что допускается установить. А в законе четко сказано, что должны установить. Ну, тем более, что на сессии, извините, что перебиваю, мы уже принимали решение, пытались как-то это немножко приостановить. Теперь рассматривается вопрос о возможности вообще установки приборов учета за счет бюджета. В общем, эта тема, скажем так, дискуссионная, проблематичная, и ну, она в работе. Конкретно депутатская комиссия у нас не ЖКХ, мы счетчиками не занимаемся. Поэтому у нас вы чего? У нас мы пришли, потому что мы через третину, он начал нам говорить, что это незаконно. Угу. Вот говорит, я установил себе сам за свои деньги счетчик, угу. И вы должны установить себе сами, потому что это незаконно. Угу. Все, а в общем, когда ему сказали, извините, за вашу, раз вы такой законный, так почему же на вас открыто уголовное дело? Да. Все, вот тут товарищ, он повелся. Это было вообще, он весь покраснел, там весь этот самый налился и да, начал нас говорить. Да, мы читали, как он вам тут отвечал, давайте не повторять только. Да, да, да. Мы все. Да, и но вот с его стороны было. Ну, да. Мы сказали, что ж вы так, мы женщины пенсионного возраста, что ж вы так нас, мы ваши избиратели. Он говорит, меня не избирали. А потом увидел, как у нас челюсти отвалились, как это его не избирали депутата. Он потом поправился. Вы меня не избирали. Ну, он прав, что-то. Потому что если брать исключительно в рамках законодательства, которое выборное, то вы избирали не депутата, а партию, которая так она и есть, и это правильно, но все равно, так как это списки открыты, он был представителем. За которого вы...